Сотрудники Люберецкого краеведческого музея вновь приготовили для школьников интерактивную программу. На этот раз она посвящена старинному русскому быту. Детям рассказали об укладе жизни крестьян, традициях и строгих правилах, которых придерживались в те времена. В исторический экскурс отправилась и наша съемочная группа. Окунуться в прошлое и понять, как жилось людям на Руси, помогают вот эти экспонаты. Прототипы современной бытовой техники, посуды и предметов интерьера. Вот старинный утюг, он же рубель. А вот деревянное сито, которому уже 200 лет. Экспонаты подлинные, из фондов музея. Это мы специально отобрали самые лучшие, в лучшем состоянии, чтобы можно было показать детям, как люди, не имея ничего такого металлического в обиходе, могли справляться, имея чугунки, крынки всевозможные, корыта, как они с помощью этого всего готовили, как вообще люди жили, не имея ничего того современного, которое сейчас существует. Как готовили, убирали и стирали, это, конечно, познавательно, но в силу возраста посетителей музея также заинтересовало, как играли дети в старину. То, что русские народные забавы ничем не уступают современному досугу, школьники убедились лично. Я люблю всего больше не в городе проводить время, а на даче играть с друзьями, ходить в лес за грибами и играть в всякие города и, в общем, всякие наши деревенские игры. Я вот могу сделать игру из нескольких палок, построить шалаш, накрыть одеялом и все, вот прекрасная игра под столом. Познакомиться с культурой, бытом и традициями русского народа школьные коллективы могут до конца месяца. Затем в музее начнется другая программа, посвященная Международному дню защиты детей. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.